Все, всем привет, ребят. Очередная посылочка из Китая за компанию. Что испытаем, что в камеру такого телефона. Я так думаю, что будет ну, что интересно. Чисто Full HD 60, ну что FPS. И в целом, я думаю, что все круто будет. Покупал ну, что глобалку ну, что и бюджетка. Я думаю, что исходя ну, что из названия, все в курсе, что это окажется за телефон. Но мне аж самому, скажу честно, интересно. И, ребят, встречаем. Что у нас пишется? Redmi Gold, да, ребята, компания, ну что, Mi, типа, я так думаю, ну, что все в курсе, что имеется в виду, чтобы вы увидели, вот где писал глобалки, я надеюсь, что все увидели, что здесь глобалка, и что здесь, что у нас здесь писал, что экранчик 5-дюймовый идет, 425 Snapdragon используется, аккумулятор, ну что, 3000, и камера, все на все, из восьмерка, и с пятеркой, но учитывая стоимость всего, я считаю, что все вполне терпимо. Вскрываем сразу. Раз, аккуратненько. Сюда, сюда. Есть, так, извините, ну, честно, ну, что испытываем телефон за компанию, чтобы вы ну, что, и звук услышали, и все-таки что, куда и как. Синенький купил, ребят. Знаете, вот, что из плюсов, что в компактный, что действительно все так, знаете, что сделано и красиво, что в корпус на 100% из пластика сделан. Здесь у нас есть и включение кнопочки громкости, я надеюсь, что вы их увидите, и что фокус что в камере терпимо включается, срабатывает. Кстати, что дополнительный оказался и микрофон. Так, 3 и 5. Сим-карты у нас сделали, я не знаю, что китайцы здесь придумали. Здесь вот так втыкается, чтобы вы увидели. Есть и глобалка, ну, все терпимо. Единственный динамик, USB и микрофон. Окей. Так, чтоб и с габаритами, но с теперешними, что ну, с компактненьких, оказался у меня от компании ну, телефон Lenovo A5. Так показываю вживую их, ребят. Толщина есть и сюда, чтобы вы увидели. Но здесь, ну, скажем так, ну, с гигабайтой оперативки, то я так думаю, знаете, ну что вообще отличие в конкретнейшее. Но здесь вот что из плюсов, что здесь ну, что процессор толковый, что есть все частоты, и я так думаю, что система будет что, оптимизирована на ура. Так, вскрываем сразу пленочку отсюда. Раз, есть. Так, что в комплектации? Пока включается, сразу глянем. Сюда. И извините, что не так, ребят, я пытаюсь и стараюсь. Так, здесь у нас что? Скрепочка. Автоматом и куча инструкций. Я так думаю, что будет что-то неинтересно. Кстати, что питание, знаете, вот такое не сильно отличается, по-моему, от крутых, что в комплектации. Не, ребят, здесь чуть сэкономили и выпили на 1 амперку. И стандартный оказался, чтобы вы увидели, что USB. Все скучно и неинтересно. Скрепочка. Секунду, чтобы вы увидели все-таки сим-карты, что у нас делается. Так, тут у нас втыкается и симка, и карта памяти. И сюда, я так думаю, что снова симка. Но я вам скажу, знаете, вот здесь, ну что, китайцы, то, конечно же, что умнички и сделали все-таки толково. Так, извините, я, знаете, вскрываешь впервые, то 100%, ну что все в комментариях, ну что писать оскорбления будет, но вживую все показываю. Есть. Так, и стартуем, чтобы вы... Ну что, включение и систему всю полностью вживую что увидели. Включаем, что же и с языками у нас есть. Знаете, вот ты смотришь и смешно, ну что увидеть чистый Android здесь. Серьезно. Русский есть. Включаем. Так, я из Украины. Кто не в курсе, включаем вперед. Есть сим-карты. Что, пускаем. Смотрите, кнопочки, ребят, идут. Знаете, здесь уже... Так, скажем так, все старенькое, и старенькое, и старенькое идет. Включаем. Парам-папам. Так, что с фокусом у нас, я не знаю. В комментариях, вот, знаете, вот мне уже интересно, как камера все-таки, что писать все будет. Я думаю, ну что круто. Но в любом случае, вот стоит, чтобы вы что вживую что все увидели, и стоит ли ну, что использовать вот такие телефоны. Так, сюда включаем. Есть резервная копия устройства. Ну, включаем в таком случае так. Сюда.
Откройте приложение. Далее есть. Далее. Секундочку. Опачки. Включаем по установочкам. Ищем, где у нас Google идет. Есть. Так. Сюда включаем. Далее. Hello. Все включаем, чтобы скопировать нашу всю информацию. Знаете, что попытаемся вот все склепать в кучу, чтобы вы все вживую увидели. Знаете, вот что из замечаний, что все-таки китайцы сэкономили по полной и сканера в телефоне, чтобы не казалось. Но смотрится все симпатично и красиво. И знаете, вот нет чувства, что телефон, скажем так, дешевка идет. Но вот единственное, что вот я включил, чтобы поиски шел, и в теории все включается, и секунду ждем. Пауза пока. Так, сильно извиняюсь, попытался все-таки скопировать, чтобы все данные с аккаунта, и ничего не получилось, я не знаю, в чем прикол. Сделаем для спортивного интереса еще графический ключ. Я так думаю, что здесь, хотя бы, китайцы как минимум включили разблокировку по лицу. Так, ассистент, я думаю, что не интересен. Нам что? Интересно, чтобы вы увидели всю систему вживую. Тем более, знаете, я надеюсь, что будет чуточку поинтереснее. Я встыкался с печеньки уже на Android Go. Я вам скажу, что, знаете, в плане, в приложении и всего это полное овно. Я не понимаю смысл его, но все-таки вот все рассказывают, что чуть-чуть дешевле будет и лучше. Но, скажем так, что вдруг все включились. И знаете, с непривычки, что экран идет у нас все-таки старенький, скажем так. Вот именно, вот нет длинненького экрана, но все смотрится в целом красиво и симпатично. Так, с подсветкой тут все классно включаем, по минимуму и по максимуму все оказалось еще лучше, ребят. Так, специально для спортивного интереса испытаем, оказался ли в телефоне еще индикатор. Я так думаю, что будет все-таки кому-то интересно. Так, ищем, смотрите, что включилось. Я не знаю, слепой я или нет, но в телефоне индикатора тут я здесь не вижу. Извините, знаете, постыкаюсь и с таким. Так, считывание, естественно же, испытаем функцию OTG. Я думаю, что будет интересно, что включается и срабатывает. Тут есть окей. И последнее, что у меня было по плану, естественно же, включить что? Карту памяти, чтобы вы увидели, включается или нет. Считывается все комфортно у нас. Так, включается система, загружается. Включили в карточку, и где у нас что есть? Супер! Все включилось, ребят, смотрите. Все вживую показываю, чтобы вы увидели. Сделано на чуть-чуть. Нет, тут все комфортно. Окей, и включим, чтобы вы динамику слушали. Не, знаете, я вам скажу, что... Не, знаете, я вам скажу, что в плане, что динамика здесь вот на, скажем так, что все вполне терпимо. Так, попытаемся за компанию еще испытать Full HD видео, чтобы вы увидели, включится или нет. Я не знаю, конечно, для спортивного интереса все-таки ждем. Так, включили всегда. Считает или нет, я скажу честно, не знаю, ребят. Извините, я говорю, что я так думаю, что все-таки фигушки. Но с чем бывает, черт не шутит. Нет, видите, тишина оказалась в таком ситуации, что отключаем карточку. Я смотрю, что все-таки, видите, включаете в такую в картинку и вводит в телефон, я так понял, что в полный ступор. Я надеюсь, что вживую все в такую картину увидели то, что в конечном итоге увидел я.
Что у нас здесь есть? Спускаем шторку, идет, и знаете, вот иконочки, и сделано все, кстати, ну что, и красиво, и симпатично. Вот я не знаю, вот единственное, что там у вас с картинкой идет, я так думаю, что, ну что, печалька. Но изначально у нас, смотрите, оказался и ассистент, и включается и Facebook, и, кстати, есть FM-радио, супер. Конечно же, Go, Gmail идет, я так думаю, что Go, Go, а YouTube где? Да, если захотели, то включается, естественно же, YouTube. И испытаем за компанию, вот, ребят, знаете, чтобы вы увидели экран, ну что, при солнце и хреновом освещении. Я так думаю, что будет, ну что, интересно в конечном итоге. Ну что, все включается в ПК и срабатывает, что в целом вполне окей. Так, есть, сюда. Включаем симпатичную в картинку. И пока что, вот видите, захотели, все включайте и смотреть нажимаем. Включаем сюда. Есть так, потому что звук я все-таки отключаю. И специально по экрану, чтобы вы так вживую все увидели. Ребят, смотрите, все включаю и попытаюсь, я не знаю, что в камере, но в чем суть, чтобы вы за компанию, ну что, увидели, что же окажется, ну что, в конечном итоге. И в чем плюс, что вы увидите, ну что, что при солнце идет. Я надеюсь, что, знаете, в картинка, вот то, что вот я увидел, то в целом, ну что, все симпатично и красиво, но чувствую, что солнце, ну что, слишком сильно светит, и лучше, ну что, паузу включить и сделать чуть темнее. Секундочку. Вот смотрите, я так думаю, ну что, стало все-таки, ну что, чуть-чуть темнее. И в чем плюс, что вы экран, ну что, уже, ну что, увидите, ну что, полностью. Включена в картинках по максимуму, ребят, идет, чтобы вы увидели, что вот я не обманываю, потому что включено все по полностью. Но в целом, ну что, первое впечатление в ПК, ну что, все класс. И, конечно же, что в такой ситуации, ну что, включаем и стартуем самой системы, что, в куда и как. А то, знаете, вот я стабильно, вот, ну что, первое впечатление, ты спешишь и не знаешь, а что включить и что, скажем так, указать людям. Так, у нас есть... Тут включаем, тут скучно и неинтересно, потому что писаю, что Redmi Go, печенька используется. Секунду, па-па-па. И включилась Android Pie. Ой, ну это просто печенька. Я так думаю, ну что все в курсе, что я имел в виду. Но в любом случае, кажется, ну что люди, кто, ну что примахается, что что-то я сказал не так, но это не смертельно. Есть поп. Так что с аккумулятором у нас тут все скучно и неинтересно. Кстати, если захотели, то включается автоматическое освещение, ребят. Тут уже им плюс, ну что для телефона, ну что с такой стоимостью. Не, в принципе, вот есть, ну что телефоны, что все включаются с такой штукой. Но это же типа считается крутая фирма. Да-да. Есть так, экранчик, что у нас здесь интересного? Так, с подсветку включили. Если захотели, то включается чтение режим. Я надеюсь, что все в курсе, что это такое. Что еще здесь есть? Спящий режим, заставка. Вот единственное, что плохо, мне выключить устройство. Не, скажу честно, все скучно и неинтересно. Звук, я так думаю, что все услышали, но до спортивного, ну что, интереса, что включим еще, что же у нас есть здесь. Опачки, и слушаем. Не, ребят, вот что в плане, ну что, динамика тут... Все окей, идет, ну что, и претензий к нему ноль. Так, спутники, ну что, включается, я так думаю. Есть так, что включено. Видите, вот, ну что, в чем плюс чистого андроида, что все-таки, что все включается, срабатывает. Я так думаю, вот, что здесь еще окажется и сканирование лица. Или нет? Нет, ребят, видите, ну что, сэкономили. Все-таки оказалось, что его тут нету. Стыкаемся с таким. Есть. Так, аккаунты специальный. Что у нас здесь есть? Специальные возможности. Тишина и все, вот мне интересно. Окей, сервисы Google. Отчет. Так, ребят. Включается FM-радио. Ага, ну что, писа втыкнуть. Ну что, уши, но, скажу честно, извините, вот мне оказалось. Ну, знаете, пока, ну что, первое впечатление, все классно. Секунду, для спортивного интереса. Сюда скачать сейчас Antutu-шку и все приколы. И попытаемся, ну что, увидеть, вот что же синтетика в конечном итоге покажет всем нам. Ждем секунду.
И прикиньте, ну что вы, ну что думаете? Ну, что попытался вот я включить, ну что, Antutu, и сказала она мне, фигушки, ну что, ребят, я так понял, что, ну что, дело или в прошивке, ну что, или в чем, но стало, ну что, вот, ну что, показывать 0% и нифига, вот, ребят, я так думал, знаете, ну что, телефон, ну что, в целом все, ну что, интересный, ну что, симпатичный, но в любом случае, вот здесь, ну что, чувствуется чуть-чуть кидало, ну что, китайцы, ну что, кинули всех нас. Так, включаем, чтобы, ну что, информацию о самом телефоне, чтобы вы увидели, что вдруг окажется интересно кому-то. Так, включаю автофокус, чтобы было чуть-чуть получше. Раз, специально экранчик у нас есть, ну что, 5-дюймовый HD, ребят. Так, с процессором, я так думаю, что все, ну что, изначально, ну что, все увидели. Используется печенька у нас, ребят. Гигабайта оперативки. Ну что, в телефоне гигабайта оперативки, это вообще, я не знаю, знаете, теперь это, скажем так, ну стоил бы он там $30 или 40, терпимо, да. Так, по камерам, но чуть-чуть попозже будет. Есть аккумулятор 3000 идет, ну что, температура, и, скажем, ну что, все скучно. Специально для спортивного интереса, что у нас идет датчиками. Я думаю, что здесь их аж целых 2, не 3. Так, включаем освещение. Включается и срабатывает, кстати. Вполне терпимо. Есть акселерометр. Ого, нифига себе. Так, еще раз. Вот это да. А ну на секунду. Оп. Так, я так думаю, ну что все, ну что, стыкнулись с таким зеркалом. И приближение. Ну в чем плюс? Вот что включается вполне, ну что, супер. Так, и спутники, ребят. Я думаю, что будет, ну что, интересно, потому что телефон, знаете, ну что, пусть и дешевый, и из бюджетки, но я так думаю, ну что, все включится и сработает здесь на изи, я, ну что, телефон, я так думаю, что все будет супер. Потому что действительно, ну что, телефончик, ну что, в целом интересный. Единственное, что из недостатков, вот я бы, ну что, сказал вот лично от себя, стоимость. Вот я считаю, что, ну что, дорого для такого телефона с такой, ну что, с начинкой. Но в любом случае, вот видите, спутники, ну что, включилось, и сигнал, ну что, изумительно идет. И не для всех вот людей, ну столько в той, ну что, памяти, ну что, вот надо. Ну что, телефон, как минимум, ну что, компактный оказался, ну что, и удобный. Камера, я думаю, что здесь уже будет чуть-чуть, ну что, поинтереснее. Так, я думаю, ну что, все помнят, что спереди пятерочка у нас идет, и спинка, ну, из восьмеркой. Так, что включаем по установкам. Я думаю, что здесь будет все скучно и неинтересно. Дата и время, долгое нажатие, 4 к 3 по качеству. Но все чувствуется, что компания вот не изменяет вообще, ну что, скажем так, ну что, описание тут 0. Так, включаем по камере. Знаете, что из плюсов? Что по фокус, что включается, срабатывает вообще тут классно. Еще раз. Есть. Ой, извините, цветы. И просто включаем здесь и смотрим для спортивного интереса, что же окажется в конечном итоге. У нас, ребят, так, сюда. Вот сближение включаем. И гляньте, ну что, детализацию. Ну, знаете, вот я вам скажу, что, ну, что для, ну, что телефона с такой стоимостью, тут все вполне, ну что, окей. Вот единственное, что из замечаний, я смотрю, что, ну что, по фокусу у нас чуть-чуть, ну что, печалька идет. Я все-таки, ну что, думал, ну что, в телефоне окажется, ну что, поинтересней. Ну что, видео включается и писа Full HD. Стабилизация, я так думаю, что здесь нету. И 100%, что ее здесь нет. Так, включаем. И снова всем привет. Вы на канале Азыки из Китая. Мы испытываем телефон от компании Redmi Go, ребят, чтобы вы увидели, что, куда и как все-таки. Так, снова по фокусу, опа. Но знаете, вот что из плюсов, что включается, срабатывает здесь все-таки автоматически. И класать никуда, ну что, не надо. Вот здесь, ну что, им плюс, скажу честно. Так, а что со звуком? На канале Азыки из Китая мы испытываем телефон от компании. Картинка не обернулась. Увидели, что, куда и как. Так, снова по фокусу, опа. Но знаете, вот что из плюсов, что включается, срабатывает здесь все-таки. Не, знаете, вот я вам скажу, вот что именно по видео, то
вообще, ну что все классно. Ну что, первое впечатление, что все круто. Ну что, примахивался, вот я к нему, вот именно, ну что, из-за видео я не хочу. Так, ну что, писа Full HD видео. Офигеть. Да, да. И снова всем привет, ребят, вы на канале Азыки из Китая. Мы испытываем телефон от компании, блин, вот Redmi Go, чтобы вы увидели, ну что, все-таки его что, куда и как. Я не знаю, потому что писа Full HD видео, но самое главное, чтобы вы, ну что, звук услышали от за компанию, что телефон, на который пишу я это все дело. Есть стопы, ребят, и смотрим, ну что же окажется в конечном итоге у нас. Блин. Так, ребят, ну знаете, вот именно, ну что, по качеству все классно, ну что, и претензий тут ноль. Вот именно, ну что, спереди и сзади, ну что, по видео, ну что, честно, здесь, ну что, пишется картинка, ну что, еще лучше, чем в телефонах, что $100 стоит. Да-да, ну я имею в виду там всякие, ну что, дуги и укители. Так, ребят, что включаем с квадрат по фото? Я так думаю, ну что, все стандартно, для спортивного интереса просто сделаем селфи. И смотрим, что же окажется в пятерочке. Ну, ребят, конечно, тут, знаете, ну что, пятерка и такая не ахти. Ну что, детализация здесь слабенькая. Но в любом случае, знаете, ну что, цель у телефона, ну что, другая. Они искали, чтобы, ну что, официальный и глобальный был, ребят. Вот вы, ну что, купите, у вас, ну что, и поддержка будет, ну что, и все полностью. Ну что, в чем плюс, что... Ну что, вот не используется, ну что, MTK, а все-таки, знаете, ну что, с 425, я думаю, будет чуть-чуть, ну что, поинтереснее. Единственное, что из недостатков, что, ну что, гигабайта оперативки. Но вот для тех людей, для кого, ну что, делали такой телефон, я считаю, что, ну что, им его вполне, ну что, всем хватит, и нехрен там, ну что, вот, в любом случае, кажется, ну что, такие дебилы, что будут, ну что, там, ну что, кричать, что все плохо, и что не так, и все полностью. Ну что, вот, ребят, ну что, вот, китайцы, ну что, сделали в таком случае, что китайцы оказались, ну, в курсе, для кого, ну что, делать их. Вот и все. Всем спасибо за внимание. Ну что, извините, что долго было. Всем счастливо. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока. Так, ребят, ну что, у нас испортилась окончательно погодка, так что извините, ну что, вдруг что-то будет, ну что, не так. Специально показываю, что небо. Но стабилизации, я так думаю, ну что, в телефоне, ну что, нет. В чем суть, чтобы вы, что звук хотя бы, как минимум, ну что, услышали. Движение, то я так думаю, что, ну что, не увидите. Ну что, извините, у нас тут тихо и спокойно. И включим, чтобы по фокусу увидели. Раз, сюда, есть. Так, ребят, ну что, естественно же, для спортивного интереса, ну что, испытываем телефон от компании Redmi Go, чтобы вы увидели, ну что, писан на Full HD и селфи-камера, что в целом и звук, и картинка. Я не знаю, что окажется, но я думаю, что вдруг окажется, ну что, интересно, тем более, что стоимость его относительно, ну что, терпимая, но телефонов поинтереснее за такую стоимость есть своя куча.